Здравствуйте, вы на канале Волкодавы 05. Вот еще один прекрасный щеночек уезжает. Куда? В Саранск. В Мордовию. Посмотрите на этого красавца. Уши не купированные. Уши сами хозяева решили купировать. Крови у него очень даже шикарные. Понизу идет по гектару, поверху по хозяину. Вот такой шикарный щенок будет охранять мордовский дом, лица. Двор мордовского лица, да? Тяжело, наверное, тебе придется в дороге. Жара стоит. Но я думаю, что новые хозяева будут смотреть за тобой хорошо и достойно. Пожелаем и вам, и ему счастливой дороги. Вот такой красавец. Как его еще назвать? Марс. А Марс, это который раньше у вас был, да, такой пес? Раньше у них был кавказец по кличке Марс. И вот это, я думаю, что будет достойным, как называется, потомком. Не потомком, а одноименником. Да. Теска другого Марса будет. Все, друзья, поздравляю вас. Пускай он вас радует. Жарко ему. А ты же посади его туда, там кондёк печёный, там прохладный. Друзья, пишите ваши комментарии. Если кто-то есть из Саранска, Мордовии, кто смотрит наш канал, поделитесь в комментариях, посоветуйте, как в дальнейшем за ним ухаживать. Ай ты красавец. Ну, я думаю, что молодежь тоже разберется, как за ним смотреть, как за ним ухаживать. Напомню вам, вы смотрите канал Волкодавы 05. Вот такой прекрасный щеночек уезжает в Саранск. Счастливо!